Еще двое ставленников либеральной партии лишились постов в правительстве. Президент страны подписал сегодня указы об отставке вице-премьера Михая Молдовану и министра транспорта Анатолия Шалару. В сообщении пресс-службы главы государства отмечается, что президент действовал в соответствии с 98-й статьей Конституции, которая дает ему право снимать с должностей или назначать министров по предложению премьера. Что заставило Юрия Ильянко уволить чиновников, пока не сообщается. Между тем, репутация министра транспорта и дорожной инфраструктуры Анатолия Шалару – одна из самых сомнительных в правительстве. Его неоднократно обвиняли в коррупции. Один из громких скандалов был связан с реставрацией железнодорожных вагонов на заводе в румынском городе Башкань. Также немало вопросов и подозрений вызывает качество ремонта национальных трасс на деньги иностранных инвесторов. Анатолий Шалару, будучи министром транспорта, лично контролировал ход работ. Однако уже через год дорожное покрытие пришло в негодность.